17 и 18 марта ФСК станет ареной для боев по армейскому рукопашному бою. Соревнования пройдут в 7 весовых категориях. Участие примут 5 военных округов. Получается, 10 человек в каждую весовую категорию будут представлены. В первый день 17 числа пройдут отборочные бои. Значит, 18 числа пройдут полуфинальные и финальные бои. И также состоится церемония открытия соревнований. Будет транслировать матч-боец наши финалы, поэтому приходите, будет интересно и очень зрелищно. На чемпионат приедут бойцы воздушно-космических сил, воздушно-десантные ракетные войска и стратегического назначения, а также команда 12-го главного управления Министерства обороны. Военные округа – это Северный флот, Западный военный округ, Южный военный округ, Центральный военный округ и Восточный военный округ. Данный чемпионат проходит ежегодно, входит в состав спартакиады вооруженных сил, где принимают участие сильнейшие бойцы вооруженных сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою. За призовые места будут вручать денежные призы. Также победителей наградят чемпионскими поясами, специально изготовленными для чемпионата. Отмечу, что соревнования должны собрать 70 бойцов по армейскому рукопашному бою. Андрей Слепнев, Сергей Медведев. Новости дня.